Фу, скучно что-то. Так а что, закладку заберет кто-то? Так у нас же курьер свой есть. Закладка? Да, братан, закладку под лавочкой заберешь. Да, я смогу это сделать. Понял, точно? Да. Застали! Подождите, ну это недоразумение какое-то. Залез быстро, сел! Ошибка какая-то, не специально. Разберемся. Надо разобраться с правилами. Алло? Добрый день, гражданина Терпилова знаете? Нет, нет, не знаю. Ребят, Леню приняли. Отстава. Все больше не повторится, я обещаю. Терпила, на выход. Свобода. Фу, скучно что-то. Так а что, закладку заберет кто-то? Так у нас же курьер свой есть. Закладка? Да, братан, закладку под лавочкой заберешь. Да, я смогу это сделать. Понял, точно? Да. Застали! Подождите, ну это недоразумение какое-то. Залез быстро, сел! Ошибка какая-то, не специально. Разберемся. Надо разобраться с правилами. Алло? Добрый день, гражданина Терпилова знаете? Нет, нет, не знаю. Ребят, Леню приняли. Отстава. Все больше не повторится, я обещаю. Терпила, на выход. Свобода. У тебя есть 20 минут. Хорошо, я все понял. Алло. Доставка? Здрасте. Возьми еще пиво и сигареты. Хорошо, я понял. До свидания. Здрасте. Можно, пожалуйста, бутылочку пива и сигареты? Какие тебе сигареты, деточка? Слышал, что давай на выход. Подождите. Давай. У меня документы. Давай, вали отсюда. А ну, посмотри. Привет, баран. Здрасте. Роман? Да. А пиво и сигареты? Мне не продали. Дебил. Не надо, пожалуйста. Да я прошу вас. Помыл? Давай еще коридор. Все, давай вали отсюда. Курьер. И ты что сделал, придурок? Специально. 12-й офис. Да что же это такое? Не переживай, сынок, в Киеве не пропадешь. Спасибо. Что вы делаете? Не переживай, малец, в Киеве не пропадешь. Спасибо. Не переживай, малец, в Киеве не пропадешь. Спасибо. Не надо. Тихо. Влад, ты споришь? Ну я, чувак, ну это невозможно, бля. Да что же это такое? Не переживай, сынок, в Киеве не пропадешь. Спасибо. Что вы делаете? Я из бочки притащил сосед Илья.
Камеру включи. Принял, включаю. Так этот придурок и вчера здесь был. Вот, сука, ко мне его. Специально не надо, пожалуйста. Почему ты, когда кота моешь, он тебя орёт? А у тебя что, не орёт? Нет. А ты его пожимаешь? Простите, я могу чем-то помочь? Да, я потеряю ключи от дома и не могу попасть домой. Ну что же, вам повезло. Я профессиональный слесарь. Дай я посмотрю. Спасибо. Да, я могу ее открыть, но это будет вам стоить 5000 рублей. Ладно, хорошо. Спасибо. Что? Это была моя квартира, придурок. А как же мои деньги? Иди сюда, пока я не вызвал полицию. Малышка, что растет от капусты? Отстань. Я нам чуть-чуть взял. Совсем чуть-чуть, малышка, взял нам. Ну, блин, я просто люблю. И ты со мной полюбишь, соответственно. Ты на самом деле человек, если я знаю, что... Бери на руках. Вот такие слухи. Дальше снимай. Слухи, Анна, какие. О, ты бачишь? Давай под массаж. Давай. Такий кабан, дикий кабан утік із лісу. Познімай Саню тих, він що бігає по цьому. А дивіться, які дикі кабани. А ну за животик погладь, він зараз перекинеться. А ну перекинь на лопатки. Маша втік із лісу. Машка втік із лісу. Дикий кабан. Хто таке бачив ще? Чудо таке. І глаза закрив. Таке чудо. І глазки закрив. Красавиця. Красавиця. А ну на лопатки положи. Машка. Дим, ты что сидишь? Ты вот думаю, 500 рублей новый фильтр и лучше сосать стал. Тебе же, сука, за губы 20 отдали, нихуя не изменилось, блядь. Ну что, сегодня оказывается очковый день, 21-й день 21-го года, 21-го века. Так что надо набухаться в 21:00, чтобы не очковать. Эксперимент начинается. Пробуем. Ты что закрылась? Что делаешь? Да ничего, колу пью. Какую колу? Колу так не открывается. Как звук колы так не открывается. Это прям пустой такой, как пиво, банка пива. Да какое пиво? Она я пенится, колу а пью. Кола не пенится. Ну-ка, отойди-ка. А что? Хмелем пахнет. Хмель прям пахнет. Я же тебе говорю, я чувствую, где пиво. Да какое пиво? Я... Да? Сереж, да нет никакого пива. Я же тебе говорю, вот она стоит, нет никакого пива. Куда? Добрый день, сотрудник полиции. Здравствуйте. Мы ищем одного беглеца в этом доме. Вы его не видели? Как он выглядит? Он афроамериканец, примерно рост 180. Нет, я не видел такого. Стойте, что еще? Вас как зовут? Твоя мама дура. Ну-ка повтори, что вы сказали. Я сказал, твоя мама дура. Ну все, ты арестован нахрен. За что? Я просто сказал свое имя. Вот мой паспорт. У меня фамилия Двайма, имя Мадура. Ладно, извините. Хорошего дня. Да пошел нафиг. Ой. Петушара нахуй! Пидорас!
Дэнни, помнишь, я говорил тебе, что нельзя брать из пачки корм без спроса? Я тебе еще за это ругал. Сегодня я выяснил, что это делал не ты. Это был кот. Так что разбирайся с ним. Проверяем еще раз чистокровность немецкой овчарки. Я уже как-то записывал видео, но покажу вам еще раз. Рон, дай лап. Дай лап. Молодец. Du hast ein Schwein. Рон, ты меня пугаешь. Пробуйте. На ремонт заехал. Говорит, блядь, что-то там, говорит, скрипит нахуй. Кукарекает, говорит, блядь, даже. Понять не может, блядь. Посмотрите, говорит. А здесь у него петух, блядь, поселился нахуй. Охуеть, блядь. Ты чё такой довольный? А меня с работы уволили. И что тут веселого? Меня уволили, остальных посадили. Ты чё делаешь? Спрашивать целоваться не умею, вот учусь. А ты чё делаешь? Да фу, блин! Я, блядь, сука, опаздываю, ёбаный, блядь. Смотри, какая прическа. О, здрасте. А с ноги можно въебать? Да въеби, конечно. Сука. Так, смотрим. Народ стоит на переезде. Все ждут поезда. Идем. А что за хуйня? Путей нету, блядь. А здесь тоже нету, блядь, путей. А народ стоит, блядь.